counting double digit thousands. Несмотря на то, что я болею уже около недели, я все-таки решила немножечко выползти на улицу. Именно не выйти, а выползти, потому что сил нет, а желание очень большое. Вот, и ребенка заодно вытащила погулять. Вот, на улице туча, вон там солнышко, а вон там прям туча в нашем районе, где мы живем. Так что, ребятки, а у вас как лето? Ну, вообще, на улице сегодня очень тепло. Я надеюсь, что меня солнышко прогреет. И я, как ни крути, поправлюсь в моё горло, мои сопли. Все у меня пройдет. Еще хотелось очень сильно сладкого, поэтому мы купили шоколадку Twix. Такой, очень вкусный. И будем ее кушать сейчас. Макс уже свою съел, а я буду есть свою. Вот, ребятки. Тут хочу рассказать немножко про своего котенка. Котенок с Наташей общий язык так они не нашли. Она фырчит. Он тоже начал фырчать. Потому что его, ну, как, он понимает, наверное, что она его в раз обидела очень сильно. И он решил тоже не отставать от нее. Он фырчит, шипит на нее. Общего языка они так и не нашли. Не знаю вообще, что делать, честно сказать. Но он такой славный. Это, знаете, то же самое, что, допустим, вот, не знаю, когда ребенок в семье есть уже взрослый, и тут появляется маленький ребенок. И, знаете, все это заново приходится переживать, там, не знаю, ну, залазить на занавески. Потом ты заходишь на кухню, говоришь, Дэймон, привет! Он бежит к тебе, мурлычет. Такой вообще, еще я его называю трактором, потому что он когда мурлычет, это так громко получается, как будто он трактор. Вот, поэтому не знаю даже, что делать и как вообще быть, как им найти общий язык. Очень переживаю из-за этого. Ну, в клинике мне сказали, что это как бы нормально, и мы тоже должны понять нашу кошку, что, мол, потому что она жила, а тут кто-то пришел. Вот, поэтому будем надеяться все-таки, что общий язык какой-то у них будет. Ой, еще вчера ночью смотрела очень много всяких разных видюшек. Вот, и готовила вчера голубцы. Голубцы, кстати, получились. Была на страничке в Ютубе. Господи, забыла, как ее зовут. Вот, по ее рецепту делала. Очень, кстати, вкусно получилось. Вот, ребенок мой оценил, и все мои домашние тоже оценили. Я еще вчера вспомнила, мы когда были у Лены Третьяковой на концерте. Концерт, по-моему, назывался «Живи». Вот, у меня дома мы покупали, короче, браслет. Открытка с автографом ее, магнитик. Девчонки, если кому-то надо, я могу вам безвозмездно подарить. Вот, напишите тогда, если вдруг вам нужно. Потому что мне это оно как бы без надобности. Все здорово тут гулять по коттеджам. Тут практически нет никого. И можно иногда собраться с мыслями, ну, о чем-то подумать, что-то обсудить. Вот, мы частенько сюда с подружкой ходим гулять, чтобы нас, так сказать, секретничать. А то у нас же много ушей вообще везде. Хотя и у стен есть уши. Ну все, родно. Кто знает, вообще тут очень домик красивый. Все классно. Ой, так люблю, когда у моего ребенка хорошее настроение. И он такой довольный и счастливый. Это, наверное, радость каждой мамы. Там, не знаю, каждого родителя, когда знает, что, как знаете, иногда бывает, что вот там, не знаю, дома кричит, бегает. Ты думаешь, господи, дайте побыть в тишине. Хотя бы минут 10. А вот когда дети болеют, вот он лежит, да, с температурой, ты думаешь, господи, да лучше бы он бегал. Да лучше бы он орал, там, не знаю, как ненормальный. Только бы он не болел. Поэтому плохо, когда детишки болеют. Так что лучше пускай так будет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Я сделала свистульку. Помните, мы раньше такие делали. Сейчас буду свистеть. Блин, что-то не свистит. А, не получается. Только что главное свистело. Блин. Не блин, а оладушек. Я все время детям своим на своей любимой работе говорила, дети, говорю, давайте не будем открывать блинную фабрику, а сама блинкаю. Блин, я так по детям постоянно скучаю. Опять блин. Не получается у меня свистеть. Очень это печально. А, не буду, все. Дождик. Ну, мы уже пойдем домой. Ребята, я еще хотела поговорить по поводу того, что какие же люди бывают злые и завистливые, так сказать, до чужого добра. Обиднее всего получается, что есть такие люди у нас в жизни, да, которым ты доверяешь, которым ты, ну, нормально относишься, да, которым никогда бы ты не подумала, да, что этот человек может тебе, так сказать, насрать в душу, отложить там большую-большую какашку. Это, конечно, вообще ужасно. Я в своей жизни встретилась в том году с двумя такими людьми. И, честно сказать, несмотря на то, что у меня как бы, ну, мне там, не знаю, не 18 лет, да, все равно было очень обидно. Но, опять же, можно из таких вот отношений, да, из таких поступков делать какие-то выводы. Те выводы, что, наверное, не надо доверять тем людям, которые, ну, так сказать, втираются к тебе в доверие. Не просто, что так они это делают. Они все у тебя узнают, да, а потом берут и срут тебе в душу. Вот, иногда просто ходишь и думаешь, почему так? Ну, потому что, наверное, чтобы был какой-то опыт в жизни.
как говорится, жизнь хорошая, преподает хорошие уроки. Ну, у этих людей потом, не знаю, наверное, им все это отольется, потому что эффект бумеранга, он есть, по себе знаю. И поэтому будем надеяться, что возмездие все-таки будет. А еще обращение к тем людям, которые живут не своей жизнью, а чужой. Господи, уймитесь уже. Вы достали, честно сказать. Занимайтесь своей жизнью. Не надо контролировать чужую. И вот они считают то, что вот все живут неправильно, а они, блин, живут правильно. Да кто-то вам сказал, что вы живете правильно, а мы нет. У вас нет стабильной работы. Вы живете неправильно. Ну, у вас есть стабильная работа каждый день, не знаю, блин, с 8 до 5. Ну, вот работайте и радуйтесь. А у нас нет стабильной работы. Как мне кто-то сказал, как так можно работать по договору? Ты сейчас 3 месяца дома будешь сидеть. Я говорю, а вот так. Хотел сказать, я что у вас, не знаю, еду прошу или еще что-нибудь. То ли люди завидуют, то ли их что-то не устраивает. Они весь недовольны, вот эти люди, господи. И по сути, их надо просто пожалеть. Но иногда это так прям бесит. И думаешь, господи, когда же вы уже наконец-таки займетесь собой, а не тем, что вокруг происходит, вокруг вас. Им всегда везде все нужно. У вас, может быть, тоже такие люди есть. И как вы с ними боретесь? Я вообще считаю, как мне подружка говорит, зачем на таких людей вообще тратить свое время, растрачивать, так сказать, свою энергию. Типа, нафиг это нужно? И я, в принципе, с ней абсолютно согласна, да, но просто понимать по мере необходимости. Бывает, что ты в любом случае общаешься с этими людьми. Вот, ну, наверное, им кайфово от того, что, не знаю, у них плохое настроение, не позвонили тебе, да, допустим, или случайно встретили на улице, и вот начали, а, мне плохо, а, у меня все ужасно. Вот откуда у них это? Ну, они живут этим, им, наверное, за шипок. Так что, люди, живите, радуйтесь жизни, живите своей жизнью, а не чужой. Ромашковое поле. Ежика раздавили тут. Печаль. Печаль больше. А вы любите ромашки? А сейчас я хочу небольшую рекламу провести. Добавляйтесь вот к ней, друзья, в ВК. И если хотите, я могу аватарку сделать на заказ бесплатно. Аватарки от моего сына бесплатно, он может вам сделать. Аватарка будет авторская. Он мне сегодня с утра, кстати, делал. Еще он мне делал интро на мой новый выпуск влога. Вообще, он у меня хороший мальчик, замечательный. У меня никогда не было с ним проблем. То есть он, когда родился... Поэтому заходите к мне в ВК и спрашивайте, можно аватарку, я вам бесплатно все оплачу. Вот. Продолжая тему того, что у меня никогда не было с ним проблем. Он у меня никогда, когда был маленький, никогда не рисовал на обоях. Никогда не портил... Никогда не портил мебель. То есть, не знаю, там, в 1.5 года, в 11 месяцев он у меня научился ходить на горшок. Ну, не сам, конечно, ходить, но уже просился, я его приучала. От пустышки он тоже сам отучился. Прям вообще я убрала, и он даже вообще не вспомнил о ней все, что она ему нужна. Вот. Поэтому, на самом деле, у меня... Ну, замечательный ребенок. Вот, сейчас он довольно-таки у меня самостоятельный, потому что из-за счет того, что он учится в одной школе, а я работаю совершенно в другой школе, а не в той школе, где он учится, ему приходится каждое утро самому уходить из квартиры, закрывать ее, идти на автобусную остановку, садиться на автобус и ехать до школы. А после школы проводить тот же самый путь, садиться на автобус, возвращаться домой, переходить дорогу, вот, и идти домой, приходить домой, по возможности делать уроки. Ну, конечно, уроки он не всегда делает, ждет меня, пока я с работы приду. И вот так со второго класса он у меня такой самостоятельный, научился уже готовить картошку, яичницу, сам себе делать чай, бутерброды. Вообще он у меня умничка. Даже бургеры он делает. Если вы хотите бургер от Макса, пишите в комментариях, мы вам вышлем его по почте. Хотите аватарку? Можете либо ко мне добавиться, она оставит ссылочку, либо ко мне.